Ну что, добро пожаловать в Таиланд, на прекрасный остров Пхукет, или просто в рай. Сойдите сюда. Тут видно, она дерево закрывает. Вон там, видно, солнышко садится. Отсюда, наверное, видно. О. Красоте. Прийти. Это, кстати, моя новая работа, еще не закончена. Еще чуть-чуть. А мы отправляемся в город навстречу приключениям. Ночной Таиланд ждет. Как вам размерчики? Вот это лопухи так лопухи, правда? Даже напахала они большие, мне кажется. В них я чувствую себя дюймовочкой, как будто бы я такая маленькая. Когда в детстве я в деревне гуляла по лесу где-нибудь, то у каждого из нас была ситуация, когда, ну, понимаете, так там мы использовали лопухи. Представляете, это ж какой попец надо иметь, чтобы такой лопух использовать. А ты говорил, совет от Ромы. А ну-ка, что? Совет от Ромы. Все очень просто. Если вы едете на велосипеде и упали, и поцарапались, обмотайтесь им. Да, в детстве мы прикладывали. Получится из вас большой голубец. Слушай, это звучит практически... Смотри, в нашей стране сейчас слово «голубец» можно трактовать по-разному. Нет. Ну, хотя, правильно, мясо обернутое капустным листом. Капустным листом, да. Та-ра-та-та-там! Красота-то какая! Отправляемся на встречу приключения!
белым кроликом. Выставка, что ли, пока? Что примечательно? Хочу сказать, что такое ощущение, что я иду где-нибудь по Москве. Одна сплошная русская речь, русские люди. Очень много русских. У-ху! Мне кажется, мы идем в самую гущу чего-то. Ночной рынок, по-моему. Ой, как я люблю такое все. Колоритненько. А вот тут европейских лиц сразу видно намного меньше, чем в торговом центре рядом с бутиками Гермес, Гуччи и так далее. Смотри, очередь стоит. Зачем это? За какой-то едой. Вот, жареные тараканы. В мармеладе. Ну что, будем пробовать местную еду? Ну что, мы жертвы фудстрита. В ту очередь я не решилась стать, где всякие шашлычки, там просто какой-то обрал. Но я люблю осьминогов. Попробуем, что за диво дивное здесь. Тараканов есть не буду сразу, даже не соблазняй. Ну что, мы выбрали осьминога, нам его вот так вот режут. Сейчас дадут пакетики. Стоит это осьминог, который мы выбрали, 250 бат. А это примерно 500 с лишним рублей, да? Где-то так. Ну что, мы купили осьминога, и я как первый буду пробовать, что же это такое. Это очень вкусно. Ну да, во рту, может, надо было два взять? Ну сейчас еще возьмем. Оператор, попробуйте. Тут надо еще соус. Подожди, соус. Ты без соуса попробуй. Круть? Спиной старая добрая шаурма. А это похоже как китайская, да? Свинина. Ну что сказать, на рынке весьма довольно колоритненько. Играет музычка, которую, к сожалению, пришлось вырезать. Но хочу сказать, что именно так свои выходные проводят тайцы. Они сидят вот так вот на открытом воздухе. Чуть позже заиграет живая музыка. Вот эти гады, кстати, очень вкусные. И что удивительно, нигде в ресторане мы потом их не нашли. Это что-то похожее, если из европейской кухни, на севичи или тартар. Ну, такая свежая рыба, свежие моллюски. Рачки в каком-то соусе. Можно их макать отдельно в островатый соус, можно нет. Кстати, с пивом особая история. Пиво здесь продается только светлое, а я вот люблю темное. А здесь мы подошли к прилавку такому, и там делают такие смузи. Но я, честно говоря, не сильно люблю ни шейки, ни смузи в том виде, в котором их продают, потому что туда добавляют очень много льда и сиропа. Я попросила сделать мне без сиропа и без льда. Получился небольшой объем, но довольно вкусно, потому что местные манго достаточно сладкие. Это, посмотрите, очень забавный десерт. Продаются как-то в шприцах. Но дети с удовольствием это поглощают тоннами. Не так шумно, как на площади.
все находятся на площади. Пьют там пивасик. И идет шашлычки. А здесь так. Да вкусно пахнет. Да? Пахнет вкусно. Ну, кстати, вот, по-моему, какой-то более-менее симпатичный ресторанчик. Да. Ну и, конечно же, меня не заинтересовали ни бутики Гермес, ни Луи Виттон, где, кстати, стоит очередь из русских, а я зашла в художественный магазин. Мне было очень любопытно, и мы купили там пару мастихинов, несколько кистей. Жаль, не смогла найти белила в масле и растворитель 3-в-1, но ничего, я с огромным удовольствием походила по магазину и нашла для себя, ну, некоторые приятные штучки. А вот это вонючка дуриан, с которой нас даже в гостиницу не пустят. Хотя пустят, конечно. Мы в нашу гостиницу пустят. В нашу гостиницу, да, пустят. А вообще не пускают. Самолет не пускают. Возьмем? Да. Кусочек камняшки. Ну, кстати, это вкусно. Любимая моя мама кушает. И вот это еще раз. Мы выстрелим. Надо взвесить или? А, она уже взвешена, да? Да. Вот, хотите Red Rose Apple? Похоже на лампочку лича или грушу. Написано, что это типа а-ля яблоко. Вот эти у нас на Западе продавали. Не помню, как они называются. Картофан. А, да, похоже на картофан. Алон Фонки. Симпатичная. А, лечи. Личи. Нет, это не личи. Личи колючие. Они колючие такие. Серьезно? Да, дуриан такие колючие.